конце 2020 года в Челябинске прошли съемки пятого сезона реалити-шоу «Просто бизнес». Это крупнейшее бизнес-реалити на Урале, которым предприниматели под прицелом телекамер на глазах у тысяч зрителей развивают свое дело. В этом сезоне по итогам кастинга эксперты выбрали 15 финалистов. А уже героев реалити-шоу определили сами зрители. Участниками проекта стали 7 предпринимателей, которые поставили перед собой амбициозные цели и решили масштабировать свой бизнес. На протяжении 7 недель зрители наблюдали за трансформациями наших героев и их компаний, а помогали им в этом опытные предприниматели, эксперты и сервисы государственной поддержки от территории бизнеса. За время проекта каждый участник получил инструменты, необходимые для развития своего дела – упаковка франшизы, создание современного сайта, разработка нового фирменного стиля, раскрутка социальных сетей, установка современного программного обеспечения. Общая сумма инвестиций в их бизнес составила более 5 миллионов рублей. Но самое главное, они рассказали о своем продукте тысячам зрителей. Участники реалити-шоу – герои нашего времени, предприниматели, меняющие мир и создающие что-то новое, нужное и уникальное. Они вписали свои имена в историю проекта и стали примером для других. Пятый сезон реалити-шоу «Просто бизнес» завершился, но впереди у наших предпринимателей новые победы и достижения. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чика-чика.